Игорь Иртышев, российский серийный насильник, педофил и убийца, считается самым страшным маньяком Петербурга. Убивал и насиловал малолетних мальчиков. Жестокость его была запредельной. Судебный процесс над Иртышевым шел в закрытом режиме, дабы избежать линчевания. В общей сложности обвинялся по 15 статьям. Судом был признан виновным по ряду статей, включая убийство, изнасилование и нанесение тяжких телесных повреждений, и приговорен к смертной казни, но после ее заменили на пожизненный срок. Отбывал наказание в колонии особого режима ИК-1 Мордовская зона. В феврале 2021 года скончался от сердечной недостаточности.